Если у вас есть 2 кабачка и 5 минут времени, предлагаю приготовить вкуснейшие хрустящие драники с золотистой корочкой. Такие кабачки даже вкуснее мяса, но можно и с мясом. И если на вашей фазенде уже созрели кабачки, выходим на грядочку и выбираем пару хорошеньких и крепеньких экземплярчиков. А если вдруг вы не являетесь счастливым обладателем дачи, тогда отправляетесь на рынок или в ближайший магазин и покупаете 2 кабачка среднего размера. Самое трудное уже позади. Осталось только натереть кабачки на терке. Друзья, напишите, пожалуйста, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. С каждым днем наших подписчиков становится все больше, и я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Тертые кабачки я перекладываю в миску, их нужно немного посолить. Перемешать. Оставляем минут на 10 при комнатной температуре. Благодаря соли кабачки дадут много сока. Это то, что нам нужно. Пока кабачки отдыхают, берем 2 картофелины среднего размера и натираем картошку на крупной терочке. Любимые мои, это блюдо вас точно удивит. Готовится оно быстро, просто, а получается очень вкусно. Теперь из тертой картошки нужно хорошенько отжать сок. Отжимаю сок и отправляю картошку в миску. Кабачки уже постояли, отдохнули. Точно таким же образом, как мы отжимали сок из картошки, теперь отжимаем сок из кабачков. Соль вытягивает из кабачков максимальное количество сока, и благодаря этому кабачки прекрасно отжимаются, вся лишняя влага уходит, так что нам не придется добавлять в тесто много лишней муки. Одну небольшую морковочку также тру на терке. Морковка такая сочная, красивая, яркая, как солнышко. Она не только придаст красивый цвет нашим оладушкам, но также добавит им и витаминов. Тертую морковку отправляю к овощам. Теперь можно все перемешать при помощи вилочки. Разбиваю в оладушки 3 куриных яичка. Яиц может понадобиться чуть меньше, но вы смотрите по консистенции теста. Вместо 3 у вас может уйти 2 яйца. Соли и перчику по вкусу. Не забудьте, что кабачки с вами мы уже солили. Все уже практически готово, осталось только хорошо перемешать. А также добавим муку. Мука вберет в себя всю влагу, которая могла остаться в овощах. Муки примерно 4 или 6 столовых ложек. Смотрите по консистенции теста. Еще раз перемешаем. Посмотрите, примерно вот такой густоты должно получиться наше тесто. Ну что, мои хорошие, пора ставить сковородку на огонь и разогревать ее с растительным маслом. Разогрели сковородку, и теперь выкладываем горячее масло, оладушки примерно по 1 столовой ложке на порцию. Хотя, конечно, размер оладушек регулируйте по вашему усмотрению и на ваш вкус. Хотите большие, делайте побольше, маленькие поменьше. Главное, чтобы их удобно было переворачивать. Жарим кабачковые оладьи с 2 сторон до красивой, аппетитной, румяной золотистой корочки. Как аппетитно зашкварчали, зашипели оладушки. Ужин получится просто великолепный. Иногда вы мне пишете в комментариях, ну что вы говорите, как кабачки могут быть вкуснее мяса?
для отъявленных мясоедов, для любителей мяса, для тех, кто не представляет себе ужин без мяса. Давайте добавим мясо, нет проблем. У меня здесь 300 грамм мясного фарша. Отправляю фарш в миску. А к фаршику так и просится пару зубчиков молодого пикантного чесночка. Измельчаем чеснок любым удобным для вас способом. У меня есть вот такой интересный девайс. Вы можете воспользоваться чесноковыжималкой или мелко порубить чеснок при помощи ножа. И вместе с чесноком также измельчим небольшой пучок петрушки. Вот так, хорошо порубим петрушку. Все готово, отправляю петрушку и чеснок в мясной фарш. Обязательно добавьте какие-нибудь специи для мяса. Можете добавить уже готовую специю из магазина, которая так и будет называться специя для фарша. Я добавлю немного молотой паприки. Если любите поострее, добавьте острого молотого перчика. И, конечно, соль и черный молотый перец по вкусу. Осталось все только хорошо перемешать. Фарш, так же как и тесто, любит руки, так что я все перемешаю руками. Если не хотите, чтобы руки пахли чесноком, можете надеть перчатки. Но я не буду заморачиваться, потом просто хорошенько помою руки. Не забываем, что на плите у нас румянятся наши драники-оладушки. Все, их можно снимать с огня. Перекладываем оладушки на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Первая партия готова. Посмотрите, какие румяные, аппетитные, золотистые оладушки с хрустящей корочкой у нас получились. Просто пальчики оближешь. Но если вы хотите добавить мясо кабачковым оладьям, тогда готовим следующую партию. Смотрите, все очень просто. Снова на горячую сковороду выкладываем тесто. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, напишите мне любой комментарий. Мне всегда очень приятно читать ваши теплые слова. Берем небольшую порцию фарша и формируем вот такие вот маленькие котлетки. Вот такие симпатичные котлетки. И теперь на каждую оладушку кладем котлетку, вот так. А сверху кладем еще ложечку кабачкового теста и вот таким вот образом распределяем тесто, чтобы оно полностью закрыло мясную начинку. То есть котлета получится ровно внутри нашей оладушки. Смотрите, друзья, все очень быстро и просто. Оладушки получатся очень вкусными, так что обязательно попробуйте. Приготовь, поделись, подпишись. Все уже готово. Теперь прожариваем хорошо оладьи с одной стороны в течение примерно 5 или 7 минут. Огонь сделайте умеренный, чтобы оладушки не горели. Все, оладьи уже зарумянились снизу. Аккуратненько переворачиваем. И также даем хорошенько зарумяниться с другой стороны. Можете накрыть сковороду крышкой и довести оладьи под крышкой до полной готовности, чтобы мясо внутри хорошо пропарилось, пропеклось и было полностью приготовленным. Все готово, любимые мои. Выкладываем оладьи на тарелку. Вы знаете, я настолько люблю эти оладушки, считаю, что это лучшее, что можно приготовить из кабачков. Съедаются просто мгновенно, так что сразу готовьте двойную порцию. Обязательно попробуйте, я уверена, что этот рецепт станет вашим любимым.
А чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Таким образом, вы сохраните его на вашей страничке и всегда сможете найти его. А также я просто уверена, что ваши близкие будут вам благодарны за чудесный рецепт из кабачков. Подаем со сметанкой, кушаем с удовольствием. И не забываем подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о моих новых вкусных рецептах. А я напоминаю, что с вами была Олеся на канале «Готовим дома». Желаю вам приятного аппетита и буду рада нашей встрече в моем новом вкусном видео. Ну что, на сегодня все. Пока-пока, чудесного денька!